крышка открыта. И лампы искрят. Грена на первый даем. Забегали. На третий дам. Я на первом. Здесь боссы. Кто-то их всех убил. Он на третьем, походу. Да, на третьем у Мещенки. Эмкой. Кажется, двое даже. На второй поднимаюсь. Да, один как будто справа в упоре, один дальше у Меченки. Один прямо в Меченке стоит. Да, значит, один справа в упоре 100%. Надо больше гранат. Это все полутали уже. Ты дверь? Я дверь. Прыгаешь ты? Я. Грену готовят аккуратно. С Грена прилетит на третий центр. Я выйду, Грену им прокину туда в окна. Давай. Где ты там прыгаешь, лазишь? Столько шума постороннего. Шпиль не прилетел. Слышу. Встречаю, я в центре на первом. Убил фулка. Ты на каком? На втором, по центру. Еще есть магазин. Я готовлю. Бил. Еще есть магазин. Бля, тут в упоре один сидит еще где-то у меня. Ёптыть, не надо! Мне очень плохо в магазине, они... А, меня убили. СМС-ки нету тут нигде. Не, эти уже убежали давно, я прям уверен в этом. Это все полутано. Мне кажется, там типчик уже разобрал. А лут и мог уйти. Хрен его знает.
Чел, он все это время там лежал. Он там и был все это время. Он меня ранил с этой своего говна. И лежал там все это время, целился на труп своего друга. Сука. Ладно. Я вот специально задумал проверить. Я думаю, ну, бывали такие дурачки, которые лежали в том же месте. Реально 10 минут. Видимо, я ничего не понимаю в тактике. И люди сейчас в комментариях под этим роликом. Как ты узнал? У тебя радар, ВХ, точка на экране, блядь. Как ты мог узнать, что он там? Да холм, наверное, проверить. Сейчас начнут разлутывать. Че, убил всех? Не знаю. Много очень народу было. Выкинешь мне. Ладно. Я тут такую пушку собрала. Угадай, сколько у меня эргономики. Тихо! Еще одна крыса лежит. Блядь, чат. Что это за пати у нас такое тут? Кто это? СССР? Нет. Странно тогда. Нихуя себе, блядь! У него патроны 9/3, блин. Обалдеть. Так, тут где-то силач должен быть в ратнике. А, это не ратник, ну, редут. Тем не менее. Та еще ебалда здоровенная. Так, тут что? Не-не-не, разлутываю еще. Я же говорю, вот жулики сидят, блин. Счет сейчас одного убил. Потому что не есть, не нету, скорее всего. Пешком буду долго идти. Мистер Камушек. А почему он без жетона? А? Не понял. Тут ботик разлутанный лежит. Странные типы, конечно, пипец, какие странные. Они просто, знаете, какая тактика? Чел, который был в редуте полноценном и в маске тайгилы, они сказали ему: братан, у тебя лицо защищено, иди раш.
Он пошел рашить, умер. Второй челик встал так, чтобы контролировать труп первого челика, вот этого, в Тагила, маске. Я спрыгнул с окна, убил второго челика. Но был третий челик, который контролировал труп второго челика, который контролировал труп первого челика. Третьего мы тоже убили за камнем. Потом я пошел обходить холм. И был четвертый чел, который контролировал третьего, который контролировал второго, который контролировал первого. Вы понимаете просто вот это, эту мега-тактику типов, которую они придумали, блин? Это просто жесть, блин, какая-то. Загадка дыры, блядь.